Так, парни, всем привет! В работе Honda CR-V по машине надо зарубить вот такие вещи. Вот тут, короче, глубокие сколы. Ну, точнее, тут краска облучилась, и когда-то через баллончика кто-то красил. Чешу. Короче, надо вот так вот покрасить в переход по вот это место. Где-то будет переход в этом месте. Дальше. Поубирать вот эти все моменты по двери. Чтобы было красиво, все замовили. Покрасить и замовилить. Так, тут момент. Ну, по всем дверям получается. По задним тоже. Вот такая вещь. А ляду я сейчас... Сейчас я включу аккумулятор, открою ляду, вам покажу. Бензобаки тоже рыжики. Но тут никто не просил, может и не будем делать. А может сделаем чисто бонусы. Посмотрим. Ну, а ляда, как всегда, у них болячка. Вот. Вот это место. И вот такие все жуки. Короче, ее полностью в перекрас. И вот момент. Вот тут надо тоже убрать, чтобы было красиво. Лочком пыльнуть. Красочкой, лочком. Вот тут переложить герметик, наверное. Да. Переложить герметик и пыльнуть. И, в принципе, все. Вся работа. А, и днище вскрыть. Вскрыть днище этим. Сейчас. B100. Я всегда беру, пацаны, на днище вот такую штуку. Автобитум АПП-шный B100. Тема, конечно, шикарная. И вот такой взял антиконсервант. Автоконсервант. Мовиль, шмовиль. Тоже под пистолет. Заказчик просил потемнее что-то. Сейчас посмотрим. Если будет сильно светлое, жахнем туда еще отработки. Пакетики, шпакетики. Взял вот такой лак там у одного известного блогера. Короче... Попробую лачок вот этот мультифуллер кристалл. Как он себя покажет, если хорошо, то ссылка будет в описании на лачок. Все, включимся. Так, парни, вот такое днище, короче, у нее. Ну тут рыжики пошли. Чуваку говорю, блядь, если для себя на пескоструй загони, тебе все отобьют и все сделают, будет красиво. Говорит, нет, мне на продажу. Короче, запомните вот такое вещи. Сейчас я вам, когда все сделаю, покажу вам, какое будет днище после моей работы. И вот глушитель, видите, помята банка. Потому что вилами грузят. Грузят вилами эти машины, короче, в порту. Короче, моя задача сделать днище полностью черным, чтобы было все шикарно. Чтобы люди подняли ее, а она, блядь, обработанная с завода. Покажу вам, пацаны. Ну, сам процесс не буду показывать, потому что снимать неудобно. Просто расскажу на пальцах. Берем B100, берем пистолет под антигравий, берем маску на лицо и шапку на голову, и перчатки, потому что это такая вещь, что... И потом посмотрим результат. Так, парни, жахнул я днище, сейчас вам покажу результат. Вот так вот. Вот такой результат, короче, получается. И вот так все днище сделано. Днище, арки. Короче, везде. Новая машина, пацаны. Так что, товарищи перекупы, берите на заметку. B100, это тема шикарная. Вот такая тема. АПП-шная. Ну, это опять же не реклама, потому что за рекламу никто не платит. Просто, за, ну, я пользуюсь вот этой штукой уже не первый день. Вещь обалденная. Все, парни, сейчас опускаю машину, закрою яму. Включимся дальше. Парни, а тут вот такая, короче, шляпа получается. Так что сейчас зачищу. Я, конечно, вырезал бы и заварил, но...
Мы об этом не договаривались, во-первых. А во-вторых, чувак, я знаю, что скажет. Нет, давай шпаклевки. Короче, будем шпаклевки лепить вот это все. Ну, пацаны, не судите строго. Я понимаю, что это я сделаю залипуху на пару дней, блядь. На пару месяцев, там, может, на полгода. Ну, люди сами выбирают себе такие, блядь, ремонты. Все ж хотят подешевле. Будет подешевле. Пацаны, никогда не встречал, чтобы краска вот так облупилась на крыше, блядь. Каким-то баллончиком покрашена, че хер его знает. Это просто жесть. Вот это жесть. Такое ощущение, что холодильник, блядь. Как на холодильнике, на старом, короче. Короче, сейчас обшкурю, где обшкурится, нахуй. Вот это кислотный грунт такого цвета. Может, блядь, на кислоту краска не приклеилась. То ли хер его знает. Короче, жесть. Ну так, парни, расчистил, расшкурил. Все, короче, до завтра. Потому что уже сегодня не хочется ничего делать. Ну, как бы можно было грунтоваться, не хочу. Завтра все равно целый день еще делать что-то надо, чтобы не скучал. Потому что сегодня понедельник, краска будет аж в среду. То есть завтра вторник, чтобы я не прогуливал. Я на завтра оставил кусок работы. Осталось обклеиться, дать сюда эпоксидный грунт и два слоя акрилового. Потом перемыть это все дело и где-то вот до сюда разработать. Тут где-то будет переход. Поляди так само. Все подготовил. Тут кусочками так чик. Эпоксидный, диметал открытый. И также самое этот, акриловый. И все. А тут где белая краска, ничего, просто перематируем-то и все. Обклеиваемся и красим. То есть краска будет в среду. В среду будем красить. До среды надо все это подготовить, перемыть, чтобы уже обклеенная машина стояла. Просто пришел, обезжирил и начал, короче, сразу красить. Все, парни, включимся, короче. Для вас это там по щелчку, а для меня это на следующий день, завтра. Все, включимся. Так, парни, поехал. Только что купил скотч-брайт. Сейчас надо будет поматировать. Вот тут, чтобы ни деглянца не было с матирующей пастой. 25 гривен стоит вот такая тема. Короче, вчера поехал в Волде, думал купить. Ну, вечером уже, просто все закрыто было. Мне надо, чтобы глянца не было. Вот тут сделать вот матирующей пастой и скотч-брайт. Там чик-чик-чик, чтобы вот тут переход был. Ну, короче, кто... шарит, тот шарит. Поехал в Волде, пацаны, продается вот такая пачка. Получается, идет серый скотч-брайт, красный, зеленый, серый, красный, зеленый и желтый. Четыре вида, короче, вот такого размера. Написано войлок там какой-то. 255 гривен за 4 штучки. Пацаны, 25 гривен вот это стоит в магазине под малярку. 25. В Волде стоит... 255 гривен, 4 штуки. Вы что там, блядь, в Волде употребляете? Вы что гоните? Откуда у вас такие цены вы берете? Ну, 25 гривен. На 100 гривен можно взять 4 штуки. Откуда 225? Это просто жесть. Ладно, я матирую, дальше включимся. Так, парни, не помню, на чем остановился. Короче, я погрунтовал, перешлифовал грунт. И где были протиры, подбрызгал эпоксидником. Значит, жахнул эпоксидным грунтом с пистолета, а потом с пистолета акриловым два слоя еще долбанул. И тут и на ляде так само сделано. Все, на завтра ждем краску. Машина, в принципе, готова уже к покрасу. Надо будет только обезжирить все это дело. Обезжирка есть, салфетки, все, двери пообклеивал тоже. Проемы позаклеивал, двери вот тут подгрунтовал, тут где надо было
мазнул герметиком чисто так, потому что кусок герметика был отпавший. Ну, чтобы было более-менее, короче, красиво. Сделал вещи. Тут, наверное, переклеим сейчас переход чуть, чтобы оно не так в глаза бросалось. Вот так пусть где-то вот так будет, чтобы я его так растушевал пистолетом. Ну, в принципе, что? В принципе, все, ждем завтра краску. Будет краска, будем красить. Тут тоже вот так кусочек герметик проложил. Короче, у меня не было кузовного герметика. Долбанул этим. Для вклейки стекол у меня был. Его, короче, применил. Какая разница? Ляду сейчас вам покажу. На ляде тоже тут угол сделанный. И вот здесь тоже уже все грунтанулось. Где надо, и эпоксидником еще с баллона прошел. Все, в принципе, готово к нанесению базы. Короче, ждем завтра и будем включаться на покраске. Я вам уже, наверное, на бошку камеру одену, покажу. Ну, просто, чтобы прикольнее было. То я вам ничего не показываю, как я что делаю. Наверное, надо показывать, чтобы было интереснее вам. И, да и мне будет прикольнее. Все, включимся. Так, парни, новый день съездил. Я уже за краской. 200 грамм наколотили мне. Ну, что-то мне сдается. Какой-то подъебос. Она как-то, блядь, не в цвет вроде. Хуй его знает. Короче, будем красить, а там будем смотреть. Хер просто слышишь. Короче, ладно. Сейчас я мочу полы, мочу стены. И начинаем обезжириваться, начинаем движ в Париж включаться. Так, парни, короче, отклачился, открасился. Крыша вот так блестит. Есть соринки, мусоринки. Ну, как обычно, мы же в гараже красим. По лаку. Лак брал у Сани. Номер телефона его оставлю. Кому надо будет. Вот, кристалл лак. Прикол лака, пацаны, в том, что он... Тумана от него нету. Если красил другими лаками, тут облако такое стоит, что невозможно, то от этого... Сильно такого нет, тумана. Ляда покрашена. Все, завтра будем подполировать все эти вещи. Завтра, пацаны, как доделаю, включимся. До завтра всем. Была вот такая фара. Стала вот такая. Видно.
Honda собрана. Лада открашена по дверям. Вот так вот попросили замовилиться, чтобы все было, бля, чики-пуки. Так и сделал. Ляду открасил по дверям с этой стороны. Тоже все так. Петли, шметли. Крыша отпиздячена и отполирована. Фары полирнул. Я думаю, результат налицо. Осталось ее помыть и поставить на учет. Ну, на сертификацию и поставить на учет. В салоне, пацаны, как всегда. Любая Америка. Ну, это просто такой трэш, блядь, происходит. Дикий, сука, трэш. Тут еще более-менее обычные багажники. Демократинг, запасочка. Короче, хорошая тачка. Все, тут где рыжик был тоже. Все замовилено. Мовиль вытекла оттуда, с-под ляды. Вот тут тоже, если помните, вначале показывал, такое ржавое пятно было. Все перекрашено, короче, все красиво. Все, завтра отдаем тазик. Так, парни, подписываемся на канал, ставим лайкосы, комментируем. На все комменты стараюсь отвечать. Кому понравилось, лайкосы ставьте. Дальше вроде уже вышли запчасти на Мазду. Должна Мазда быть в ремонте. Все, всем пока.